давим це салом з хімією. Підкапченою хімією. Красота. Да, Санька? Да. А що пишуть? Сало на хімії. Да. На гормонах. Да, на гормонах. Гормон, як і вкус. Женщины нашего канала не старше 40. Или старше 40. Ты к чему? Ну, знакомство. Да не надо, у меня есть. Кто? Да. Боря. У меня Борька есть. Женщины-одиночки ищем спутницу жизни для Александра. Кому на... Та ну не стесняйся. Да не надо, воно мені, ну. Саня, скільки сердець не можуть знайти, так як ти? Та я нікого не шукаю. А мені от тільки що казав, що шукає. Мені не інтересно поки що. Чо? Ну не треба поки. Пишіть в коментарях. Ми так подумали з Санею. Може і старше 50, да, Саня? Саме головне, Саня каже, щоб не п'юще було. Віруще. Віруще і хазяйковита. І не любить п'ющих. Да, Саня? Сам не п'є, другим не советую. Другим не советую. Друзья, нам треба завалити два дерева. Будемо пробувати китайський штиль. Ну і нашу стару китайську тилу. Давай, Саня. Друзья, у нас новый член семьи, Ася. А собака, собаку малих вона. Не троне, да, Григор? Ні. Малого не троне. А як здоровий, то так. Боря, не ся. Ні, Григорич каже, не троне. Малого ні. Вот така у нас Ася. Новий член сім'ї. Да, Аська. Боря, тікай. Аська. Маленький, він грається. Да, Аська грається. Ого! А Боря на ножку наступив на Аську. От Аська наша. Купили сьогодні Аську. Новий член сім'ї. Ну і Борі не буде скучно. Нельзя Боря трогати. Нельзя Боря трогати. Видно, дівчинка, далі що ти? Дружеська, да, дружеське отношення. Юленька. Шарики, пухтя. Передай привіт, Ася. А? Скоро звездой стану. Что ты, Боря, нюхаешь? Асю трогать нельзя, Боря. Нельзя Асю трогать. Нельзя. Нельзя Асю трогать.
Тень же и не трону. А, шесть речей, да, там? Аськи у нас два месяца, а ну, Ася, пошли за мной, Ася, пошли, пошли, Ася. Як рідненьку, душеньку. Дари, Ореш. Ох, то же ж і Сашко. Йому треба піддакувати. Тоді він золотий. А що, ну піддакую, о, красиво і хорошо. А тоді він все... Да, ти він цвіте. Як ти? Як тебе похвали, що тут похвалили, ти цвів. Ну що там, де пішов, ми долажували, перелажували цей цвіточок. Плітку ми закончили, і зараз облили її водою зверху. Сонечко зараз чуть повернеться, плітка зверху висихає, а в щелях між пліткою залишається влажність. І ми готовий пісок з цементом, шліфовка пісок, на сухій поверхності розметемо по всім щелям, а в щелях сырости стоит вода и схватится хорошо все щели между плиткой. А там, а там возле дверей. Во. От личман. Друзья, сегодня пятница. Вот как раз стекает сюда, где нам надо. Вот слив. Здесь. Ну там так. Это если там туша будет висеть, то тот слив для туши. А основной для воды вот сюда. Сегодня пятница. Снимаем видео для вас. Потому что завтра мы с Саней уезжаем на процедуры. Мы каждую неделю на выходных ездим на процедуры. А именно, чтобы не болела спина, нога, позвоночник. Вот у меня часто бывает позвоночник болит. Или спина, тачек, от ведер. Постоянно трудимся, работаем. И завтра поедем на массажи. Делаем каждую, ну стараемся каждую неделю делать массажи. Смотрите видео, у кого боли в спине, в ногах, в позвоночнике и в внутренних органах. Смотрите видео и узнайте, что мы делаем, чтобы порхать как бабочка и жалить как оса. Как бджола. Как бджола, вот. Как бджола. Саня предлагает сюда сетку сварить, такую абрамировку, и арматуркой поварить сетку туда, ровненько вырезать, да, Сань? Но может быть запах, это же канализация. Хотя запаха может и не будет, оно сверху все равно пленкой берется. То есть будем наблюдать и следить. Также по сараю. По сараю у нас получается. Тут мы начали закладывать плитку. Эту часть и вот эту пойдет на раствор. А здесь положили на горцовку. Тут поднимали сантиметров 20. Сейчас будем грунтовать стены грунтовкой и шпаклевать. Вчера мы залили вот эту комнату, кабинет свиновода. И тоже все тут уже сделали. Заливали с Саней на 10 сантиметров пенопласт. Положили 10 сантиметров пенопласт, сетку и сверху залили хорошо. Сантиметров 8 толщина заливки. То есть, ну, чтобы полы теплые были. И он же вывели вот таким образом канализацию. И так и сделали. Потом пошпаклюем, будем дальше продолжать делать. Потом поставим двери. Поставим, ну, все у нас в эту комнату есть. Просто надо этим заняться. Оно высохнет дня 2-3. И потом будем дальше заниматься. Саня сидит уже в котельне, получается. Это котельня. Ну, котел, наверное, справа, да, Саня, или слева? Да, вот там справа. Справа, ну, справа поставим котел, и возле котла будут насосы, которые будут гонять теплую воду по батареям, по регистрам и в
как в комнате, тут будет батарея стоять большая, обычная, аккуратненькая батарея. Это первое, что мы хотели сказать. Ты же не умеешь, ты кажешь. Чи уже научился, пока бетономешалку тянул? Саня каже, что в Дубаях лично шейхом шпаклював. Чи-чи? В Дубаях шейхом. Ага, ну да, да. От, подивимося, тут він зробив, як в шейхів, чи так от, аби считалось. Аби считалось. Саша, иди кушать. Огурчик копченый, сало, бутерброды с колбаской. Огурчик был там. А потом, после перекуса, медовички из кофе или чаем. Или в Санином варианте с напитком. Да? Пробуй, как оно будет лягать вообще. Ну пробуй, я не этот. Я ж ничего не скажу тебе. На все руки мастер. Я ж ничего тебе. Какие? Вот даже сейчас будем наблюдать. А, вот так, да, Сань? И все, так, да? Ты ж купил. Не, тоненьким, финиш, да. Финиш. Не, то. А, то и все? Да, он будет беленький. Может чуть-чуть больше делать? Не-не. А, так, да? Ну вот. А ты думал? Высота тут у нас получается больше 3 метров. От пола до верху. Это в этой части. Ну, а там в конце меньше. Мы окно открыли, долго высыхает, как пластилин такой, а не сохнет. Открыли окно, ну примерно таким образом и в сарае будет открыто окно, только чуть меньше на тросиках или на цепочках. Да, пойдет. Нормально. Нормально будет, оно сейчас побелеет. Да. Мокро. Да, а плитка высыхает пока. Вот, вот так уже, когда будет вся, без вот этих вот темных пятен, вся такая сухая будет, потом прометем, позабиваем швы и все. Она вроде бы, вот, допустим, снаружи высохла, а внутри там по-любому оно мокрое и долго будет до вечера, и оно все просыпется. Плитки нам хватает сюда, хватило, сюда хватает, и еще та, что осталось, квадратов 6, может 10, он вдоль того сарая. Мы его тоже будем утеплять пенопластом, шпаклевать сверху, то есть и туда площадочку сделаем. Там все время грязь, осень, весна возле сарая, поэтому туда использую ее. Григорович появился на работе. Александр Григорович. Привет своим подписчикам, передай, пожалуйста. Вот так. Вот так. 8 часов утра. Григорыч уже на мази. Уже нервы трепа. Так, что у нас вышло по шпаклевке? Вот так получилось. Подсыхает.
А здесь не шпаклевали, тут комната уже подсохла. Ну, Саня, шо? Ну еще надо подсыхать, да? Да, ты чувствуешь. Угу. Пенопласт 10 сантиметров, что воздух внизу, да? Угу. Ну, просто типа отправишь. Ну да. Все, уже убираем, Григорий. Возьми мочалку ее тут. Это мочалка. А тут так получилось. Опять грызутся Григорич и Сашко. Сашко злий на Григорича. Григорич похмелений вже. Друзья, часто у меня от работы бывают боли в спине, шее, позвоночнику, и так само ноги бывает тоже тянет. Я делаю такие процедуры. У нас у родственников город Мерефа, нога Best. Есть массажные кровати для массажев, да, то есть они влияют на выздоровление полностью. И также вот это есть Е5 платформа для ног. То есть у меня сейчас все ноги током пробивают, руки, и еще на спине тоже полностью оно. И потом я месяц как бабочка порхаю. Сейчас вам конкретно расскажет Валентина, наша родственница. Это я не делаю рекламу за день, это моей жены сестра, наша родственница. Привет. Валя, скажи, пожалуйста, и вот именно кровати на что влияет? На... Восстанавливает полностью позвоночник, потому что позвоночник это опора жизни, и она восстанавливает. Делает миостимуляцию мышц и тракцию позвоночника, вытяжение позвоночника. Ну, лично вот по себе я скажу, у меня тоже боли в спине, именно в позвоночнике. Тягаю там тачки, ведра такое. И вот тут, когда я даже там пару сеансов, и прям как на свет народился, вот такое чувство у меня. А сейчас вот полностью сижу и с ног до головы таким током пробивает полностью, такой как маленький ток. Но я делал пояс тоже. Пояс на кишечный тракт очень хорошо влияет. Да. Миостимуляция, которая обезболивает, также убирает каловые отложения в кишечнику, избавляет миостимуляция от запоров, убирает какие-то болевые ощущения в спине, в кишечнику. Мы ставим также на суставчики, у кого боли есть суставами. А Е5 это вообще космос. Это вообще классная такая вот аппаратура для ног. Варикоз убирает, пяточную шпору убирает, восстанавливает кровоток, восстанавливает лимфатическую систему, нервную проводимость восстанавливает и снимает всякие болевые ощущения. Остеохондроз хорошо помогает при остеохондрозе шейном. Да, то есть вот я только что возил Дюрка, продал Денису, и вот от него приехал сюда, и он тоже говорит, шея именно и позвоночник. Вот ему на кровать надо, да? Да, приглашаю. Тут продаются кровати, турманевые коврики, всякие вот эти, ну, короче, я и назвал. Массажер Е5, стимулятор Е3. Да, он, покажи по ценам, примерно там. И всем мерефянам, кто в Мерефе, это в первую очередь сюда лететь. Номер телефона я оставлю под видео и закреплю вверху в комментариях. То есть самой Валентины номер телефона. Звоните, консультируйте, узнавайте, договаривайтесь. Вот так, друзья. Рекомендую. Это, я же говорю, не то, что там какая-то реклама или что. Это, ну, действительно, ну, оно реально помогает. Вы можете также купить себе, кто там по-мажорски, кровать. Также можете купить себе турманевый коврик. Также можете купить себе вот этот массаж для ног. Пояса всякие разные. Что есть еще? Миостимулятор. Вот это турманевый коврик. У нас, кстати, дедушка, ну, мой тестюха, купил себе один. И мы к нему бегаем, тоже часто сидим на этих ковриках. Оздоравливаемся. Керманевый. Турманевая керамика. Турманевая керамика. Да, она тоже влияет положительно на организм и выздоравливает. Вот так, друзья. Советую, рекомендую
наша родственница Валентина, стоком сильно меня бьет с ног на головы, находится вот это здание. 5 сентября, 8, город Мереха. Город Мереха, улица 5 сентября, 8. Второй этаж, много бес. Ну вы увидите тут, да, второй этаж. Вывески везде есть. Да, вывески, вот эти все покажи. И тут тоже. Это реально, да, реально работает. А я знаю, что все даже взять, ну, любой, кто держит хозяйство какое-то дома, ну, отражается на позвоночнике, на шее, то есть на суставах, на стопах ног и так дальше. Поэтому почему и рекомендую. Я уже давно сюда хожу. Да, и все, хочу вам показать, куда хожу, что я так летаю и в хорошем настроении, и всегда на веселе. Потому что я всегда хожу. Все, рекомендую, пока.